Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Да, всем привет. Продолжается наша лещевая эпопея, так скажем. Приехали мы в очередной раз на водохранилище. И сейчас будем пробовать отсаживаться где-то, наверное, от толпы, забуриваться, закармливаться и начинать пробовать ловить. Замешал прикормочку? Да. О, Виктор Петрович пришел. Здорово. Что опять здесь? Мормыш? Давай мормыш. Вот, забирайте. Ага. Все, понял. Булочки пробурили, закормили, и решила я сейчас начать с удочки с леской. Может, 117, это мормыш и металлический кивок. Металлический кивок моего изготовления. Пойдет. Ты кто? Ты кто, блин? Бойкий какой попал. Угу. На мормыш. Пойдет. В общем, первая рыбка отреагировала на игру такую достаточно быструю с маленькой амплитудой.
Сейчас попробуем выдать такую же игру. Может быть, еще прокатимся. Зацепил мормуша об лед и убежал. В общем, пробежал я целый круг с мормушем. На двух лунках рыба показала свое присутствие. Вот. Значит, одну рыбку поймал и две у меня убежало. Убежало почему? Потому что первая рыбка зацепилась крючком за лед и сошла. Был такой лещик в районе килограмма. Вот я отцепил крючок шабалкой и продолжил рыбалку, даже не посмотрел, что у меня с мормышкой. Вот в итоге сразу же на второй проводочке клюнул еще один подлещик, вот, но поменьше намного, и он благополучно у меня убежал. Я протащил его метра полтора, и он сошел. Вот потом я посмотрел на мормышку, и оказалось то, что я, видимо, когда шабалой отцеплял мормышку от кромки льда, то немного подразогнул крючок. Такой вот казус нехороший. И в конечном итоге из трех возможных взял только одну рыбу. Не знаю, сейчас, наверное, попробую поглядеть с камерой, где у нас тут, на каких лунках есть рыба, и уже буду что-то думать. Если рыба есть на всех лунках, тогда, наверное, есть смысл немножко поэкспериментировать с приманками, потому что сегодня погода пасмурная, есть вероятность того, что подлещик будет чуть-чуть получше откликаться на мормышки каких-то ядовитых цветов. Вот. Либо на мормышки, в которых присутствует, пусть не основной, но элемент какой-нибудь такой яркий. Белый такой яркий, желтый или ядовитый зеленый. Вот так сейчас будем проверять. Подводная камера у меня Focus Fish. Такая вот. На данный момент по качеству изображения это лучшая камера из того, что есть на рынке. Вот в этой лунке следующий есть лещ. Нормальный, ходит, бродит. Окунёк тут рядом тоже ходит, что-то подбирает. Тут он есть, но немного. Вон пылесос. О, еще один. Это хорошая лунка. Тут можно ловить. Ух! Ух! Какой красавец! Та-та-да! Ой! И еще один. Я, видимо, им на голову опустил камеру-то. Надо быстрее бежать сюда с удочкой. Мормуши плавают. Окуни. Сорожка. Вот это аквариум. Класс.
какую муть подняли, аж не видно ничего. Вот перешел на следующую лунку, и здесь тоже лещ. Ходит и муть поднял такую, что ничего не видать. Вон они, пылесосы. Мощь. Кушают. 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 Красавцы. Так, ладно, здесь все понятно. Пойдем на другую лунку тоже сходим. В общем, есть у меня желание попробовать ловить на чертика. Давайте попробуем. Лесочка тут идет 0,128 кивок с тестом в 1 грамм и чертик 0,7. Почему так? Потому что ветер сегодня. Вот. Такого черта сделал. Спаял белая бусина. Зеленый стопорный кембрик. Ну, с Богом. Ну что-то не крупный кто-то. Окунь, наверное. Ну нет, лещ. Ударил на черта. Красавчик. О, хорош. Пойдет. Пойдет. Еле-еле поклевочка. Клевка еле-еле, а взял нормально.
просто на подъем. Хорошая рыба. Их убежал. Паразит. Классная была вещь. Не крупный, что это? Так. Не крупный. Это повеселее. Чуть-чуть покрупнее. Окунёк. Окушок клюнул. Постучали по дну, вот он и клюнул. Ребят, круг с чертиком принес мне несколько рыбок, были также исходы, вот, но поклевки все на чертик были на очень плавной проводке, буквально по миллиметрам поднимаешь, и он предательские поклевки, хороших загибов как бы нету, вот, это либо из-за того, что все-таки немножко не та мормышка, либо это из-за того, что у него нет настроения кушать. Вот. И все поклевки в придонном слое. То есть высоко поклевок не было. Вот. Поэтому я думаю, что не сильная активность сегодня у рыбы. Вот. Ну хотя, может быть, разыграется аппетит у нее все-таки. Будем надеяться, что так и будет. Вот. Но пока. Во-первых, работают несколько лунок из 10 всего-навсего. Вот, и во-вторых, поклевок-то предательских было достаточно много. Вот. А реализация слабовата.
То есть поклевки очень быстрые. И просто надо подстраиваться под такой стиль поклевок, когда рыба чуть еле задевает черта, и ты сечешь ее прям реактивно. Тогда да, ловить можно. Вот, а если дожидаться хорошей поклевки, то, к сожалению, наверное, не сегодня. Вот, но будем надеяться, что еще раз клюется. Не крупная вот эта вот заплата. А хороших-то рыбок что-то нету. Вот. То есть те рыбы, те слоники, которые плавали на камеру, они что-то как-то вот на черта-то не хотят. Не хотят. Не знаю даже, что делать. Сейчас, наверное, попробую взять удочку с мухомормуса. И дополнительно возьму, наверное, удочку с желтым нимфокубиком. Попробуем соблазнить. Посмотрим, что из этого будет. Но надо подобрать ключик к хорошей рыбе. Потому что самого крупного подлещика я сегодня поймал на мухоморуш. Сейчас будем решать эту загадку. Мормышки я часть обычных мормышек перевожу вот в таких вот коробочках. Классные коробки. Недавно я их совсем нашел на AliExpress. Очень они мне понравились. Вот. Если вам будет надо, я вам оставлю ссылочки на них, чтобы можно было приобрести. Коробки не дешевые, конечно, но они того стоят. Почему? Потому что вот это вот не пенка. Это какой-то силикон или как это, резинка, короче говоря. В общем, вода здесь совсем не задерживается и ни во что не впитывается. Вот, ну и плюсом ко всему она герметично закрывается. Но единственный косяк, вот эта вот поверхность, она царапается. То есть если в ящике будет долго натереться обо что-то, то она будет просто вся исцарапанная, будет мутная. Поэтому я такие вот чехлы себе примастырил. Вот. Складываю, и все, у меня коробочки как новые. Вот. Мормышка. Вот такая вот. Такая мормышка. Кубик желтенький. И зеленое тельце мормышки. Так. Сейчас у меня на удочке с рентгеновским кивком стоит леска 0,1, и мормышка стоит граненый дискошарик. Мы его сейчас поменяем. Ну, а на второй удочке у меня идет мухомормуш, но я взял мухомормуша немного полегче, немножко поменьше. Вот, на него должна рыбка отзываться чуть-чуть более активно и более уверенно его жрать, потому что, ну, сами видели, да, какие поклевки. Вот. Будем пытаться подобрать ключик к рыбе. На улице плюс 1. Вот совсем недавно было минус 17. А сейчас как будто последний лед. Вот. А на самом деле лед первый. Окунёк. Угу.
Хорош. Ух. О, ты уже пойдет наша клиентура. Хорош. Красавец. Так, ну эта луночка принесла мне хорошее количество хорошей рыбы. Был, правда, один сход. Вот, я хочу сейчас на ней попробовать половить на мухомормыш, на маленький. Сейчас посмотрим, что получится. В общем, удочка с мормышем маленьким. Лесточка здесь идет 0,1. Так что это экстремально. Ну, я надеюсь, что если даже клюнет какой-нибудь мутант, то мы все-таки аккуратненько, потихонечку, по чуть-чуть ее вытащим. Главное хорошо просечь. Крючок у нас здесь идет достаточно острый и прочный. Поэтому просечь и вытащить должны. О, сразу клюнул. Ух ты, вот это он побежал. Фига себе. Нормальный дядя на мухомормыша клюнул. Ну как. Пойдет.
Вы это видели? Это был побег 90 уровня. Итак, друзья, товарищи, давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Значит, участвует у нас 951 комментарий. Копируем ссылку на видео, вставляем ее в рандомайзер и определяем победителя. Егор Гордеев. Рыбалка, как всегда, огонь. Высший пилотаж, спасибо. Давайте просмотрим, подписан человек на наш канал или нет. Итак, вроде бы каналы открыты. Да, человек подписан на наш канал. Ну что ж, Егор Гордеев, я вас поздравляю. И набор из 5 мухомор-мышей скоро поедет к вам. Сейчас я вам напишу, и вам надо будет со мной связаться. Крупняк. А, просто так зацепился. Перехлестнулся, шел боком. Понятно все. Покрупнее. Фига он там бегает, носится. Кошмар. Заноздрю. Чуть промахнулся, бродяга. В общем, поинтереснее рыбки проклюнулись. Такие вот. Этот на сырного кубика, этот на мормыша. Еще парочка таких убежала. Вот, вот, вот. Такая рыба. Вот. Хорошая и красивая. В общем, сейчас решил дополнительно лучик докормить. Осталось рыбачить не так много по времени, так что сейчас побыстренько мы закормлю и оперативно пойдем облавливать. Не знаю, с чем, либо с кубиком, либо с мормышем, но постараемся кого-нибудь поймать покрупнее.
это лещ. Вот он. Красноперый. Чё, говоришь, где есть, сразу клюет? Да, с первой, со второй проводки. Малиночка. Да, малиночка. А это не наш метод. Это наш метод. Это наш метод. Понятно. Да ну ее нафиг, насаживать ее. Это дело хозяйское. Не, ну понятно. Лещ, он как свинья. Он любит много, чтобы было. Особенно крупный. Сейчас мы его насадим и посмотрим. Вот так вот. Еще плюнуть осталось только. Что вы себе позволяете? Ну вот я сидел, слушал сейчас рыбаков, так никто не ловит. Никто не ловит? Да. Почему? Сидят, жалуются, в этом болоте рыбы нету и так далее. Ну вот, и тут же я вытаскиваю. Потом сразу еще одного. Опа! Это, походу, матрас был. Наверное. Это поклевка окуня. Мормыша слопал целиком. Поклевку.
О, лещишка. Хапанул. Порол ты кубик. Загнул хорошо. Ну давай похвастайся уловом. Чё хвастаться? Так, что это у нас тут такое? Угу. Поехали. Мелочь. Мелочь нам. Что-то там придавило чуть-чуть. Тюбочки начали проскакиваться, нету? Тюбочки. Не, нету. Вот так. Подошла к завершению наша сегодняшняя рыбалка. Я считаю, что отловились неплохо, даже несмотря на то, что рыба была не совсем крупной. Меня убежал один экземпляр, ну такой где-то в районе килограмма. Попадали с ним нормально. Ты сегодня ловил? Ловил сегодня на малинку весь день. Ага. Ну, мелкая рыба. Ну, у тебя пол ведра. У меня пол ведра, да. Ну, ты...
это зачетный? Нормальный. Да, такие вот поубегали несколько штук. Землярчики. Хорошие. Это какой-то кривой, да? А, горбатый какой-то попал. Покусанный, видимо, был в детстве. Я в сети попадал. Может быть. Ну, у меня, наверное, поскромнее немного. Но я отпускал еще. Мелкий сказал. Да, я прям совсем, ну, совсем мелкий, что я, конечно, не это самое. Я не стал я брать. Вот. Как-то мне немножко это самое. Жалко стало, так что ли. Вот. Короче, насмотрелся на поклевки. В очередной раз обкатал форму чертика своего. Вот. Была у меня сегодня задумка. Скажем так, посмотреть, как будет работать определенный вид крючков на черте на этом. Но в принципе мне понравилось. В течение дня потом уже рыба начала брать и на желтый кубик. Потом у нее настроение поменялось, она начала брать на мормыша. Потом опять настроение поменялось, опять начала брать на кубик. Короче говоря, погода сегодня, вот видите какая. Сначала дуло, потом перестало, сейчас опять начало дуть. И вроде как начинает холодать. Не поймешь. Так что вот, ребят, такая рыбалка у нас сегодня прошла. Не знаю, поедем мы сюда в очередной раз когда-нибудь в ближайшее время или нет. Но я думаю, что под конец ледового сезона мы сюда еще вернемся. Нет, я сюда точно вернусь. За полосатыми разбойниками. А, за окунями поедешь? Да, я-то в любом случае поеду туда. Понятно. Сегодня весь день на иголках сидел и думал, ну, блин, бросить что ли, сходить туда побегать, посмотреть. Ну, ты неплохо порыбачил. Нормально, да, хорошо, я считаю. Даже очень хорошо. Да, для... Если... Да, мы не на Волге живем и не на Оби, поэтому рыбалка очень хорошая, зачетная. Да, если так отрыбачиться среди зимы, об этом будут ходить слухи. Это точно, да. Так что вот, ладно, ребят, всем ни хвоста, ни чешуи, берегите себя. Половина 15-литрового ведра. Ну да, 7 килограмм. Да. 7 килограмм. Берегите себя, всем здоровья и увидимся с вами в следующих видео. Не болейте, самое главное. Не болейте. Что надо? Да? Трясешь, не клюется. Thank you.